Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами будем тестить краба. Мы посмотрим, что он умеет, как он умеет и вообще, что, какие у него атаки. Потому что мы уже наконец-то добили до 15 вот этих битв. Вы видели, может, видос, кто-то там уже снимал, не снимал. Также забирали краба, но с донатом. Я не делал это с донатом, потому что, во-первых, это очень дорого и бессмысленно. Вот. Лучше по чуть-чуть, потихонечку, потому что вот эти все приколы, да, вот эти все ивенты крабовые, мы будем, конечно же, каждый день проходить и получать за одну победу одного крабика. То есть там 15 штучек насобирать нужно, чтобы получить одного краба. Сейчас мы с вами проведем тылю и, конечно же, отправимся получать данного краба. Ребятки, и, конечно же, не забывайте писать комментарии, потому что коммент дня всегда залетает в ролик. Ну что, давайте будем смотреть. Надо будет, знаете, что сделать? Скорее всего, вызвать какое-то существо первого уровня для теста. Потому что вы знаете, какая у меня армия. У меня все четверочки и так далее, золото и так далее. Вот. Но сейчас я, наверное, вызову несколько существ обычных специально для того, чтобы затестить против краба. Посмотреть, как вообще у него происходит ульта, как у него происходят вот эти все моментики и так далее. Вот, и, конечно же, мы с вами разберем. По чуть потихонечку будем разбирать данную ситуацию. Итак, как вы видите, у нас есть в клане куда у нас все нажимается? Вот, кооп. Вот, и у нас как бы здесь краб, да? Заполните полосу активности, чтобы добавить существо в свою армию. То есть, краба мы можем получить. Вот, но для начала нам нужно вызвать. Давайте я вызову обычных кого-то там, какого-то тарантула попробуем вызвать. Вот, как раз он появился. И попробуем еще одного. То есть двоих как минимум мы заберем. Сейчас я посмотрю, сколько у меня свободно вообще мест. Потому что мест не миллион там точно. Вот, мест у меня три. То есть два существа я получу. Мы затестим против золотого скорпиона, против бомбардира. И сейчас два существа ой, у меня еще Рождество есть первое. Захватить. Все, первое мы захвачиваем. И я думаю, можно еще. Так, давайте я сразу тогда обменяю. Давайте паусинку сюда накинем. Вот это сюда положим. Да, мы не можем положить. Потому что оно засунется туда. Ла-ла-ла. Так, хорошо. Пока стрекоза сюда идет. Сюда. Так, я сразу беру первый уровень, да, чтобы мы потом с вами не бегали. Ой-ой-ой, у меня даже есть золотой носорог первый. Офигеть. Да, первый один у меня носорог, друзья. Один, вот и все. Так, значит, хорошо, и тогда крабика. Да, давайте еще какое-то золото призову, 108, давайте два золота, не, одно или два. Что-то, гребаный этот богомол. Не люблю богомолов, друзья, абсолютно не люблю. Они просто ужасные существа, богомольчики, я их удаляю. Вот, может быть, с прокачкой вот этой, да, которая у нас есть вот здесь в армии, прокачечка лаборатории существ. Может, здесь богомольчик у нас будет крутой, я не знаю. Если его вкачать по фулу вот здесь, проверить, протестить нужно, но пока нет. Будем сейчас мы, конечно же, делать первым делом это крабика. Так, дождь идет. Давайте дождем вызовем, попробуем дождь. Что дадут. Золотая стрекоза, твою дивизию. Черешня. Ну давай попробуем, ребят. Давайте попробуем, чисто ради интереса. Я ее, конечно, в армию собирать не буду, так как у меня обычные есть стрекозы. Но золото попробовать надо взять. Так, созвать, где моя армия? Вот это уже будет интересненько сейчас, да? Вот, конечно, она такая, знаете, очень хитрая девочка, эта стрекоза. Потому что, попробую ее захватить сначала. Ох ты какая, иди сюда. Я ее потом удалю, конечно, она мне не надо, потому что я не собираю стрекоз. Максимум, что я только могу собрать, это ивентовую стрекозу. Вот и все. Так, давай умирай уже, ты елки-палки, этот дождь не дает ее убить. Плюс она взрывается. Стрекоза, ты чего? Давай быстрее. Мы вот так вот даже сделаем, нам надо будет зум поставить. Вот, потому что крабика хочу призумировать и, конечно же, картиночку сделать хорошую. Так, давай. Оп, я даже не знаю, сколько она там будет призываться. Ну такая она, золотища. Стрекозень, что слышишь ты? Иди сюда, стрекоза. Захватить, конечно же, захватить. Вот, значит, что мы сейчас захвачиваем. А у нас места нету, да? Нет, есть место. Вот так вот. Сюда стрекоза и сюда крабик. Все, ребят, я думаю, мы с вами справились. Именно для теста я выбрал существ, те, что как минимум я могу, да, позволить себе и так далее, доступны у меня на данный момент.
Вот эти существа мы сейчас затестим. Все, вызываем крабика, конечно же. А че у меня нету глазик? Вот, блин, бесит когда... О, глаз появился, отлично. Бесит когда невозможно. Значит, мы заходим тогда в битву. Кооп. Ну, конечно же, добавить. Поехали. Бим. Бим. Краб добавлен в вашу... Подожди. А, 0 с 15. Очень хорошо, что не увеличилось. А, так он сразу в армию добавляется. Охренеть, ребят. Ужас. Блин, я уже хочу на него посмотреть. Так, хорошо. А где у нас коллекция? Вот он, ребят, вот он. Легенда. Вау, легендарный, вы заметили? Это редкий, это легендарный, необычный. Легендарный краб, просто легендарный, такого еще не было. У нас не было никакого легендарного существа больше. Редкие были. Вот, тут у нас особые, да, существа, это ивентовые существа, они идут все особые, как вы видите. А легендарочка у нас первый, легендарный краб моей армии, ребятки, поздравьте меня. Ну, конечно, вас тоже, надеюсь, будет. Вот, кто играет, тот понимает, про что я говорю. Так, ну что, давайте тестить. Вот и все, так, очистить все вниз, вниз вкидываем. Я, короче, как делаю, я все вниз вкидываю, то, что нам не надо. Ой, мы будем тестить крабик, 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 крабик. Крабик будет сверху, да, у нас? Сверху. Вот так вот. Все верно. Вот, а вот эти вот мы закидываем сюда. Вот так вот, чтобы я не перепутал, ребят. Так, значит, снизу все мурашки, назначить и в бой. я нажал бой или нет? Где стрекоза? Стрекоза еще добавилась. Хоп, появилась стрекоза. Сюда иди, стрекозелка. Так, все, ребят, поехали. Краб. Первого уровня, тестим его. Смотрим вообще. Я в первую очередь, конечно же. Ай, я джойстик не выключил. Не выключил. Ну, черешня. Ну, задолбал своим джойстиком. Где? Ребятки, посмотрите на него. Кстати, такой вопрос. Краб не бьет мурашек, ребят. Краб не бьет мурашек. Вот такие вот дела. Да. Минус большой. Ну, скорее всего, он не бил тогда, когда его добавили. Сейчас посмотрим, как сейчас. Не знаю, но вроде он не атакует. Видите, он не атакует. Он не бьет мурашек, ребят. Это большой минус, но что поделать. Видите, он не атакует. Первым делом минус мурашки. То есть мурашек он не бьет, вообще не бьет. Вот, у него нету такого, как бы, ульты такой, да, чтобы он как-то цепанул мурашек. Вот, чисто он такой пацан, который... Я хочу его приблизить, давайте приблизим максимум. О, какая крабина вверх, вот так вот. Ух ты шо, дядя, серьезный был такой, да, пацан? Бульбашки такие идут, сейчас мы вот так вот, ребят. Сейчас я чуть-чуть вот так вот сделаю, да, чисто, чтобы на картиночку. Чуть-чуть, ой, не в ту сторону. Опа, вот так, все нормально. Ну, вот так вот, я думаю, сделаю. Такие, блин, гребаные мурашки бегут. Куда вы бежите? Так, 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 так. Крабик, крабик, крабик. Ну, такой крабик, ребят, такой крабик. Значит так, делаем первую атаку. Первая атака. Давайте против носорога. И вот просто интересно, кто же затащит, носорог или краб? Пошел он. Носорог или краб, не понял, то. Ой-ой-ой, он бьет как будто носорог. Он бьет как будто носорог. Так, где мои мурашки? Идите сюда. Помогите мне убить этих гребаных мурашек. Так, что у нас? По хп-шкам, посмотрите. По хп-шкам просто же. Интересно, есть ли... А, так он бьет мура... Он, наверное, скорее всего, может ударить мурашек. А ну-ка. А ну, давай вот тут вот просто толпу поставим. Чисто вот ради интереса. Сможет ли краб? Он сносит мурашек. Только он сносит тогда, когда он наносит урон существам. Во, как оно работает. Короче, носорог золотой. До побачення, телебачення. Короче, ребятки, золотой носорог улетает у нас просто на изи. Посмотрите, красава, братан. Ну ладно. Давай тогда мы закинем тарантула, посмотрим. Тарантул, выходи на улицу. Блин, ну крабина, прикольный краб. Прикольный краб. Не знаю, посмотрим, что тут здесь у нас будет. Конечно, просто интересный момент такой. Бэ. Что? Вы это видели? А ну, пердун. Вы видели? С одной тычки? С одной тычки увалил его? Это, чтобы вы понимали, это пердун второго уровня, ребят. Это пердун второго уровня. То есть он прокачанный у меня по ножкам, по ножкам. Я в шоке, просто... Дух. Охренеть просто. Жесть. Короче, пердуна он сольет 100%. Ну, я просто офигел.
Когда он с одной тыки вырубил обычного этого, обычного богомольчика, не богомольчика, а этого, тарантула. Я в шоке, реально, с одной тыки, еще раз. А, я опять не выключил, ладно. Я опять хочу на это посмотреть. Вы только посмотрите, друзья. Вот это жесть, конечно. Жестко, жестко. Так, сейчас зум этот уберем. Так, куда? Ну, конечно, мурашки краба сожрут за секундочку. Это понятное дело, что тут нужно аккуратненько. Так, пацаны, давайте, чтобы я не нервничал с вами. Вот сейчас они сожрут. И этих сожрите. Сожрите, вот так вот. Так, где мой тарантул? Просто, ребят, жесть. Смотрите, что происходит. Просто с одной тыки, посмотрите. Краб вырубил с одной тыки скорпиона. Ой, этого тарантула. Давайте Рождество, поехали, Рождество посмотрим. Рождество это ивентовое существо, которое в принципе неплохое. Жрет неплохо краба. Ну, половинку, три удара требуется от краба. Видите, три удара от краба. Давай, бабах. Да, три удара все-таки от краба требуется. Охренеть, просто жесть. Вот мне просто интересно, как стрекозой он будет. Не, ну крабчик, конечно, ребят, это полный капец какой-то. Золотая стрекоза, поехали. Давай, крабчик, давай, с одной тыки вырубишь стрекозку? Не? А он вообще что-то не бьет. Ну, стрекоза наносит ему нормальный урон. Он бьет или нет? Он ее не бьет, ребят, он не бьет просто стрекозу. Жесть, конечно. Офигеть, я в шоке. Вот, и, конечно, давайте посмотрим против золотого скорпиона. Скорпион, как бы, такой он самый сильный из тарантулов, из богомолов и так далее. Он такой самый сильный из них. Вот мне будет интересно посмотреть, что он имеет к нему. Но против этого, против тарантула, я вообще в афиге. Потому что реально с одной тычки вот так вот хрясь и убил. Просто хрясь и убил. Вот и все. Вот это крабчик у нас серьезный, дядя. Серьезный. Так, ща. Подождите, это вы задолбали. Давайте жрите эту мухоловку гребаную. Конечно, можно было снизу его поставить, но мне тут проще, ребят, сделать картинку и так далее. То есть, надо здесь ставить, полюбас. Так, полюбас-то раз. Так, хорошо. И у нас пошел золотой скорпион. Поехали. Золотой скорпион. Золотой. Сколько тычек получит? Ну, я думаю, три точно. Раз. Ну да, три тычки, смотрите, с трех тык вырубает. Ну я не знаю, скорпиончик дамажит. Ой-ой-ой даже. Вырубить его? Ну, скорее всего, да. Вот это, конечно, карабина. Серьезный, дядя, серьезный. Ну вот это, конечно, посмотрите. Еще раз посмотрим. Вы только посмотрите на это. Бэх. Это еще он первого уровня. Ух, ребят, я даже не знаю. Крабчик вот такой вот. Вот это скрабс. Вот такой он огроменный. Огроменный просто краб. Как мы его вот так вот зазумим. Вот так, сейчас. Мне на картиночку надо. Оп, а ну-ка вниз пошел. Идешь. Как он ходит. Вот как он ходит, интересно. А ну иди сюда. Он боком у него, да, как-то пересувается. Он интересно. О, нормально. Вот такой вот крабчик, ребят. Нормальный? Я думаю, вообще крутой. Крабчик нормального уровня. Ладно, короче, выходим тогда отсюда. Я не знаю, ребят, как вы, но я, конечно, свою армию буду собирать крабов. Да, это не быстро будет. 15 побед. Это у нас сколько получается в день? 2. Короче, неделю, за одну неделю, если ты каждый день будешь проходить краба, если каждый день будешь проходить кооп, клановый, плюс кооператив, да, публичный и ваш клановый, если ты будешь каждый день проходить, то ты за неделю получишь одного такого краба. Сливать его, конечно же, с донатом 100% нужно, потому что реально неделю, ну я не знаю, может обычных пока так можно слить, а вот на 4 уровень я буду по-любому, конечно же, сливать с донатом, это за 500 кристаллов. Насчет клана, ребят, прилетайте, нету никаких там у нас супер крутых моментов по рекламе, то есть обычные ресурсы сдаем и все. То есть желательно по 30 тысяч в день, если хотите, 10-я королева, залетайте, пишите в описании, есть ссылочка у нас на мои соцсети, то есть пишите в любую соцсеть и, конечно же, залетайте ко мне в клан, потому что собираем огромнейшую армию русских ребят, хотелось бы, конечно, иметь русских ребят.
чтобы влетать вот сюда выше чуть-чуть. Ну, я думаю, со временем чуть-чуть мы прокачаемся, да, по чуть-чуть, потихоньку. Ребята поднимут свои коровы, вот. И будем, конечно же, ходить туда-сюда. Будем развиваться, конечно же, и прокачивать дальше. Уже на 10-й переходить. Кому интересно, сколько мы вкачали, ну, посмотрите, сколько мы вкачали. 1 470 000 реклам получилось так. Вот. 40 тысяч очков сейчас в день можно фармить. Я думаю, за месяцев 3 мы докачаемся до конца. То есть и будет у нас 10 уровень. Так что вот такие вот дела, ребятки. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки. Всем пока-пока.